помнишь этот старый поезд? Жнецы заперли в нем людей, чтобы заставить жителей Неона подчиняться им. Самое главное, возможно, Джон тоже там. Чтоб я их выпустил? Нет. Ты в самом сердце территории жнецов. Они убьют любого, кто попытается бежать. Тебе нужно отогнать поезд в безопасное место. И как же я его отгоню? Волоком? Ты же ходячий третий рельс. Твоего прикосновения достаточно, чтобы локомотив поехал. Только без паники. Поезд останавливается. Жнецы, видимо, отключили низковольтный распределительный короб под путями. Заряжай короб, пока не появится зеленая отметка. Это должно сработать. Пойду поищу. Должен найти распределительный короб и свалить оттуда, пока жнецы не появились. Ищи под путями. Не упустите! Ясно. Мало времени. Вот еще один.
пришел. Почти на месте. Я сообщу, что ты подгонишь поезд. Тебя будут ждать на станции. Не подведи. Поехали. Почти у станции. Толпа удивилась, увидев, как террорист является и освобождает тех, кто им дорог. Лицемеры. Вчера они хотели растерзать меня, а теперь я им вроде как брат родной. Но, говоря по правде, было приятно, что меня считают героем. Было здорово. Я высматривал в толпе Джона, пока люди выходили со станции. Но его нигде не было.
помогите, пожалуйста. Ты можешь помочь раненому? Мой король, простите великодушно. Тысяча воскресенье. Завершена операция по освобождению сотен заложников, попавших в плен к уличной банде жнецов. Небольшой десантный отряд высадился в Эмпайр-Сити и взял штурмом поезд, в котором бандиты держали невинных людей. После короткой перестрелки пленные были освобождены, а оставшиеся члены банды взяты под стражу. Это очередной шаг активной политики властей по восстановлению порядка в Эмпайр-Сити. Напали на местный полицейский участок. Спаси людей. Здорово, они друг друга лупят. Может, и мне стоит поучаствовать? Или пусть сами разберутся, а я добью оставшихся. Устроила в городе марш в знак протеста. Они хотят показать жнецам, что народ на твоей стороне. Я уверен, жнецы это оценят. Я отправил туда своих людей, но лучше бы и ты был поблизости. Не хочется, чтобы с демонстрантами что-нибудь случилось. Thank you.
вешают на стены плакаты, а на них твоя физиономия. Вот она, популярность. Молодец, Коул. Я буду на связи.